каски. Каски? Девчонка, каска есть? И девчонка, ты с тобой тут одни ночушь. Если так пойдешь, это твой выпускной. Актерам не в новинку работать с реквизитом, но в этот раз им предложили разыграть небольшие этюды со случайными предметами. Все этапы экспромт-битвы Саровского драматического театра строились на импровизации. Участников разделили на две команды и предложили попробовать свои силы в разных творческих заданиях. Атмосфера вечера больше напоминала капустник, чем соревнование. Мы решили, что зачем делать победителей? Такой прекрасный день, день театра. Для меня лично они все просто победители, потому что это очень сложно так выходить, не зная, что делать, вот просто здесь сейчас выдумывать. Это сложно, поэтому мы решили, что не нужны победители, они все прекрасны. Выход за выходом актеры показывали зрителям все грани своего мастерства. Они упражнялись в памяти, объясняли зрителям профессиональные термины, опираясь на рандомные картинки. На ходу придумывали мизансцены, разыгрывали этюды в предложенных обстоятельствах. Каждое слово в диалоге начинали со следующей буквы алфавита. Ты не знаешь, что тебе предстоит, ты не знаешь, что тебе скажут, ты не знаешь, что тебе прикажут. И... Ну, это как вот бывает, слава богу, редко, но бывает, когда случайно артист, например, какой-то на сцене забывает текст, а другой артист понимает, что тот забыл текст, и нужно выкручиваться, потому что зрители сидят, спектакль не остановишь, не скажешь, эй, ты что, ты сейчас должен сказать вот так. Нет, ты должен выкручивать ситуацию таким образом, чтобы никто ничего не понял, и дальше было также интересно. Импровизационный эксперимент уже проводили в подвале. В этот раз перенесли на большую сцену. Экспромт-битва должна была стать частью двухдневного театрального марафона. Но из-за пандемии реализовать масштабный праздник не получилось. Однако небольшое количество зрителей, которым все-таки удалось попасть на вечер, получили массу положительных эмоций. В финале, вдохновленные фрагментом спектакля «Семья Конвей», который совсем недавно прогремел на уровне области, артисты разыграли для гостей шарады. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».